Всем привет! Всем привет! Наконец-то я смогла начать запись этого видео. Наверное, ну, раза с четвертого это точно. Все никак, у меня выдает ошибку карты памяти, ошибку карты памяти. Короче, я уже понимаю, что это не в фотоаппарате проблема, а именно в карте памяти. В общем, чем мы занимаемся? Да, я это. Что я сейчас это? Чем мы, короче, ребята, занимаемся? Мы сегодня с Дашей делаем генеральную уборку. Я? Нас все, конечно, вот в таком стрёмном виде. Под музычку занимаемся уборочкой. А, под музычку. Да, у нас тут вообще просто кипиш. Да, уборки много. И еще у меня сегодня в планах много готовки. Это ты спрашиваешь. Пускай тут пока будет. Что-то же сердце кольнуло. Так вот, у меня еще сегодня в планах очень много готовки. Я хочу там сделать голубцы, хочу сделать заливное для Даши сладенькое. Ну, в общем, много-много на сегодня планов. Вот так вот. Все, мы погнали убирать. Включаем свою музычку. Типа, знаете, комната... Вот я же стою, ракурс такой выбираю, дурацкий. Комната до, а потом будет комната после. Короче, хочу подцепить еще... Помните, у меня висели такие темные шторы на окнах? Вот, хочу подцепить их, попробовать. Но я так боюсь, что оторвется карниз. Вон один карниз у меня висит, ну, чисто на соплях, знаете, как говорится. Очень боюсь, что он может оторваться. Если оторвется, будем вообще без штор, не знаю я. На эту сторону точно подцепим. А то, знаете, ну, эти тюли, они как, ну, вечером все видно, что в комнате. То есть не переодеться нормально ничего, а карниз не выдерживает тюль и тяжелые шторы. Я не знаю, чем их туда, эти карнизы, пригвоздить. А, Даш, не надо его, надо сначала под ним прописывать. А, ты его вообще снимаешь. Да, короче, ой, где-то... Пропали мы. Вот, короче. Я тебе помогу его сейчас вытащить. Дашу. Не, не надо. Как это не надо? Я и сама туда. У меня есть силач. Силач Даша. Даша, я тебе помогу. Все, короче, ребята, погнали заниматься уборкой. Thank you.
Дубль какой у нас уже? Третий. Третий дубль. Третий. Повторяю третий раз. Короче, ребята, еле мы этот диван с Дашей притащили, но реально он какой-то... Рианский. Не знаю, он здесь застрял между камином и таким подъемом, ну, в общем. Говорю, Даш, давай сделаем какую-то небольшую перестановочку. Ну, я не знаю. Туда. Что куда как поставить, чтобы... Смотрите, вот туда к окну, вот этот диван. Диван к окну? Да. Ну, это, понимаешь, диван возле батареи. Батарею будет закрывать диван. Он будет сохнуть. Соответственно... Да, мы не будем к батарее его близко. Да нет. К окну не подойти. Окна должны быть... Мы вот тут будем, смотри, вот тут диван. Нет, туда можно было бы крест. Вот так. Вообще не знаю, если честно, вот этот диван, по сути, мне вообще нафиг не надо, скажем так. Я привезла диван, на котором этот. Этот мне особо и не надо. Я вообще предлагаю, давай его, может, вытянем в коридор, поставим. А что идея? Вешалку переставим там, где она была. Вот, а этот диван, мы его застелим, мы поставим здесь в коридоре, пускай стоит. А здесь у нас кресло станет. А туда кресло, да. Кресло станет, и мне кажется, было бы ничего. Очень классно, по-моему. Ну, короче, сейчас подумаем. Написали нам в Вайбере. Так, прислала учительница. Доброго дня, колеги, 17 листопада. Школа номер Наріна відновлює очну форму навчання 5-10 класи. Дякую всім за розуміння. Тобто прислала учительниця, що завтра ми йдемо на учебу. У нас вже не буде онлайн уроків. Вот. Что-то не похоже, щоб моя дочь сильно прыгала от радості. Дашулечка, ти щаслива? Очень. Просто не могу передать свою радость. Она не может высказать свои эмоции. Насколько она очень-очень счастлива и рада. Ура. Просто пипец как рада. Да, просто видите? Не могу передать своими словами. Ну, в общем, о диване мы все еще думаем. Перетягивать его в зал или нет? Даша говорит да. А я что-то начала немножечко сомневаться. Будет, наверное, пусто в комнате. Хотя, ну не знаю, будет типа два кресла и диван. На Новый год вообще тут елка. Ну там будет елка стоять, да. Ну не знаю, надо подумать. Мама, короче, думаем в процессе. Мы же это придумаем, что туда поставить. Угу. Да. Нет. Да. Я туда его хочу. Нет. Да. Я передумала. Я так подумала, вдруг туда поставим. Ну короче, давай потом переставим ближе к Новому году. Чтобы вот здесь поставить елочку, мы диван чик-чик отсюда уберем, поставим туда. Ну, совсем как-то пусто, я не знаю. Да не пусто будет, мы туда крепим. Не надо, не хочу, не будет. Хочу. А я так хочу. Хоти. Хочу. Хоти. Хочу. Мама. Да, Шуля, нет, солнышко, давай поставим пока здесь, а потом уже этот переставим туда ближе к Новому году, чтобы здесь поставить елку, красиво украсить можно было и так далее. Не мамкай. Не мамкай. В общем, мы, ребята, все-таки оставили диван с Дашенькой, так как он и был. Ой, фух. А я лук резала. Слезы текут рекой. Я эти голубцы делаю. И я добавляю много морковки, добавляю много лука, короче. Ой, фух. Я и поджариваю лук, и сырой бросаю. В общем, капец. Пробила мне все дыхательные мои пути. Дашенька уже закончила с уборкой, да? Зовет и говорит, мамочка, я уже все сделала и устала. Просто капец. Ой, мое солнышко, молодец, как красиво убрала все. Люблю тебя. А там одежда для Гульки лежит. Устала, но на Гульке идешь, да? Да. Угу. Меня ковер особенно измучил так сильно. Ну, конечно. Я Даша его моющим этим пылесосом там все-все мыла. Угу. Может, не пойдешь гулять, если так устала? Пойду. Я тебе... Потому что уже пишет
Позовут давно. А, еще надо. Ага. Давно, понятно. Я этот, я тебе дам денежку, купишь хлеба. Ну, нарезной батон. На завтра тебе на бутерброды в школу. И. О, слушай, купи пирожков себе с вишнями в школу. Откроешь мне, кстати, компот? С вишнями, да? Да. Открою. Пирожки возьми себе, печеные вот эти, ну, чтобы завтра в школу взяла. И хлеба. Ну, и колу себе купишь, что любишь. А еще сделаешь мне стрелочки. Накрасить тебе? Я буду сама. Ой, ну не знаю. У меня сейчас работы очень много. Да я ж пока... Да не надо тебе красить. Ну, реснички подкраси, пока все. Пока я расшевелюсь, ты успеешь. Я хочу, я давно стрелочки делала. А вдруг не получится этот? Ну... Второй раз. Ну, хорошо. Это будет мой хорошо. Второй раз. Хорошо. Договорились. В общем, Даша сейчас собирается идти гулять, а я пошла дальше воевать на кухне. Да? Угу. Даш, знаешь, что мы еще не сделали? Угу. Мы еще не повесили эти шторы, не попробовали подцепить. Но я там уже вижу, что не, вот завтра. Там отпадет, ой, отвалится, это 100% отвалится не карниз. Этот. Не знаю, что делать. Наверное, придется папу просить, чтобы он приехал и, ну, подцепил, да? Вдруг оторвется, блин, что тогда делать вообще?